репортер Франсуаза Прево терпеливо дождалась конца съемочного дня фильма «Ад» режиссера Анри Жоржа Клузо. Роми Шнайдер снимает макияж в своем крошечном гостиничном номере на берегу озера. «Мне было трудно привыкнуть к этой комнате, но сейчас мне тут хорошо», – произнесла Роми, продолжая неторопливо снимать макияж. Репортер осматривает номер. Стены увешаны ее фотографиями. Роми с Премингером, Роми с Клузо, Роми улыбается, Роми грустная, Роми брюнетка, Роми на пляже и Роми с Аленом Делоном. На снимке она смотрит на него со страстью. Роми проследила за взглядом репортера. «Вы думаете, что я очень себя люблю, не так ли? Но для меня все эти фотографии лишь воспоминания. И потом, я ненавижу отели, эти стены. Мне нужно было повесить что-нибудь на эти стены, чтобы разрушить это одиночество. Да, я одинока, но это мой выбор». Голос Роми неожиданно срывается. «Я считаю, что невозможно прожить одновременно большую любовь и построить большую карьеру. Чтобы добиться успеха, нужно выбрать что-то одно, и я выбрала». «И каков ваш выбор?» – спросила Франсуаза Прево. «Я хочу стать большой международной актрисой и сделаю все, чтобы это произошло». «А как же Ален Делон?» – спросила Франсуаза. «У меня было предложение сниматься в фильме в Америке с Джеком Лемоном. Между мной и Аленом все было не очень хорошо. Мы так много раз ссорились и мирились. Тогда я почувствовала, что все серьезно, уезжать нельзя. Но я все равно уехала, а когда вернулась, все было кончено. Уже навсегда».